Приветствую всех на своем вязальном канале Вязалки с Еленой. Сегодня я покажу, как обвязывать рукавчик пико такими зубчиками. Я связала такую кофточку на основе бабушкиного квадрата. У меня есть подробный мастер-класс, как вязать такую кофточку. Вы можете зайти посмотреть и связать такую же кофточку, взять мои идеи. Я ее вязала из 4 квадратов и потом довязывала внизу и формировала горловину. Вязать такую кофточку очень легко. Вязала из ниточек, это хлопок 100%, такие у меня моточки были. И квадраты я вязала так, из вот такой ниточки. Это мин, это акрил 100%. Ниточка мягенькая. Вязала цветочек на основе бабушкиного квадрата. Увеличивала этот квадрат. Кому интересно, можете посмотреть. А сегодня я буду обвязывать рукавчики такими зубчиками. Также я потом украшу кофточку такими цветочками. Так вот. Смотрите, я уже начала обвязывать рукав. Кофточка мне очень нравится. Не будет не жарко, у нас дырочками. Так, я вяжу 5 воздушных петель. Так, провязала, возвращаюсь во вторую воздушную петелечку. Так вот, провязываю, вытягиваю петельку. Провязываю воздушную петлю и соединяю. Так. Один, два, три, четыре, пять. Так вот. Провязала пико. Воздушная петля. Соединяю. Так вот получается такими зубчиками кофточка будет красивенькая. Так, вяжу 5 воздушных петель, 3 4 5, и соединяю. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео обязательно для развития канала. Будем вязать вместе кофточки, салфетки, узоры. Так, 1 2 3 4 5. Так вот, соединила, вытянула петлю, провязала воздушную петлю и подсоединила к рукавчику, и получаются зубчики. 1 2 3 4 5. И во вторую петелечку завожу крючок, провязываю, вяжу воздушную петлю и подсоединяю. Я часто обвязываю свои кофточки пико. Или когда вяжу салфетку, салфетка тогда красивее, когда край салфетки обвязан пико. Так, провязала. Воздушная петля. И соединила. И так я буду вязать до конца ряда, обвязывая рукавчик. Смотрите,
потом я свяжу еще цветочки, так пришью их. Вяжу эту кофточку на размер 46-48. Такая кофточка подойдет и под юбочку, и под джинсы, под шорты. Сейчас я померяю кофточку. Кофточку я связала. Низ 51 сантиметр и 47 сантиметров. Она такая свободненькая. Так, такой низ кофточки. Также я буду обвязывать пико низ кофточки.